привет, как и обещал. Сегодня у меня прямой эфир. И сегодня у меня в гостях специальный гость. Сейчас мы подождем буквально 5 минут, когда получится. Ждем сейчас, как подключатся побольше людей. Ну, как мы запланировали в 12:30, наверное, начнем наш эфир. Кто следит за моим аккаунтом, вы видели. Здравствуйте, кто подключается к эфиру. Спасибо, что присоединяетесь. Кто следит за моим аккаунтом, наверное, вы видели, да, то, что у меня с Дианой стартанул проект в связи с новой сывороткой. 7 ампул упало, 7 дней. Мы с Дианой решили провести эксперимент, протестировать ее. Она у себя, я у себя, и рассказать свои впечатления. Сегодня уже вышел эфир, отчетное видео 3-го дня. Поэтому обязательно зайдите, посмотрите. Нам есть что рассказать об этой сыворотке. И, конечно же, мой специальный гость сегодня вам расскажет более подробнее об этой сыворотке. Зовут ее Альфия. Альфия – это специалист по продуктовой коммуникации компании Avon. Вижу, что Альфия уже присоединилась. Альфия, напиши, мы можем уже начинать прямой эфир? Диана, приветствую тебя. Спасибо, что ты тоже присоединилась. Мы с тобой главные виновники сегодняшнего эфира. Все, Альфия, я сейчас попробую. Так, отправил запрос. Ждем соединения. Альфия, привет! Привет, Алексей! Очень рада быть в твоем... Как у вас дела? Как погода у вас в Алма-Ате? Ой, сегодня погода шикарная. Вот напротив меня большое окно. У нас сегодня солнечно, супер настроение. И я готова сегодня поделиться с вами актуальной информацией по протинолу. Я очень рада за то, что мы можем наблюдать вот такой интересный марафон. Я думаю, живой вот такой отзыв и обзор, он всегда гораздо полезнее, чем какая-либо просто банальная реклама, либо какая-то листовка. Всегда хочется все равно узнать из первых уст, как это работает действительно, какие-то там подводные камни и так далее. И я сегодня здесь для того, чтобы поподробнее рассказать о протиноле, о этих ампулах чудесных, да, и рассказать, как он работает, почему он работает и почему он классный. Тогда давай, Альфия, сейчас еще раз вкратце объясню, что сегодня я затеял этот эфир с Альфией. Альфия нам более подробнее расскажет про ампулы. Да. Про вот эти чудо-ампулы. Видите, у меня их уже осталось 3, потому что сегодня уже 4-е видео отчетное отснято, завтра оно выйдет в эфир. Ладно, да, не будем тянуть время. Альфия, рассказывай нам, что же это за чудо-ампулы? И что такое протинол? Я всегда с нетерпением жду, когда же Алексей загрузит на свой YouTube-канал очередной обзор следующего дня. Я вместе со всеми вами на самом деле наблюдаю. Мне очень интересно получать какой-то фидбэк, отзывы о нашем классном продукте, такой ампульной сыворотке. Ну, давайте разберемся для начала, что такое протинол. Наверное, с самого начала будем разбираться. Так или иначе, с возрастом мы всегда чувствуем, что наша кожа начинает увядать. В принципе, учеными доказано, что вот после полового созревания медленно начинает идти уже процесс старения, к сожалению, у человека. И мы все потихонечку начинаем стареть. И, конечно же, нам всем хочется всегда максимально продлить нашу молодость, выглядеть свежими, красивыми, чудесными. Дело в том, что кожа человека в младенчестве состоит из двух типов коллагена. Коллаген – это наш строительный материал, наши кирпичики, из которых состоит наша кожа. И чем меньше
кирпичиков вот этих в нашей коже. То есть, представляете, вот дом построен, кирпичный дом с самого нуля. Только что построили дом из кирпичиков, которые называются коллаген. И потом, с течением времени, когда мы стареем, вот эти кирпичики по одному начинают отваливаться. И структура дома... Так, структура дома уже не такая крепкая, потому что у нас начинает недоставать уже каких-то кирпичиков. Кирпичики — это и есть наш коллаген, наш строительный материал для нашей кожи. Чем его больше в количестве в нашей коже, тем более наполненная такая резиновая, живая наша кожа. То есть вы обращали внимание у детей, у маленьких новорожденных детей, когда вот трогаешь вот так за щечку, и у них сразу же... У меня уже почти так. Да-да-да. Я вот обратила внимание. Я тоже вот прошла коллаген курс, и вот тоже сейчас у меня уже такое живое лицо. Дело в том, что вот этот коллаген как раз-таки работает на то, чтобы наша кожа принимала снова форму. То есть она такая объем, возвращается объем кожи, правильно? Вот. И за счет чего возвращается объем кожи? Потому что есть два типа строительных кирпичиков. Есть коллаген первого типа и третьего. Коллаген третьего типа у нас прекращает вырабатываться где-то на пятилетнем рубеже. Вот 5 лет стукнуло ребенку, все. Он потихоньку начинает уже все меньше и меньше вырабатываться. И, соответственно, до 5 лет у детей вот такие щечки розовые. То есть тронешь, и снова объем возвращается. Это за счет того, что у них очень много, да, строительного материала, очень много коллагена первого и третьего типа. Третий тип коллагена — это как раз вот та структура, на которой держится первый тип коллагена. И если коллаген третьего типа прекращает вырабатываться, то коллаген первого типа не на что цепляться, и он, соответственно, начинает, ему не за что зацепиться, и он как бы не держит структуру кожи. И вот таким образом начинается увядание, первые там признаки старения мы видим и так далее. Что мы изобрели? Это инновация десятилетия буквально в компании Avon, да, в институте в Сафарне был изобретен эта молекула протинола. Что такое протинол? Протинол — это как раз-таки аминокислота. То есть многие знают, многие не знают. Наш коллаген, он состоит из аминокислот. Если не ошибаюсь, дайте мне погуглить. Тут в гугле написано, что белки как раз коллагена. Коллаген — это белок, строящий белок, из которого, собственно, состоит наша кожа. Так вот, белок коллагена содержит в своей молекуле от 100 до 10 тысяч аминокислот. И протинол как раз-таки это аминокислота, которая помогает регенерироваться коллагену третьего типа, то есть детскому вот этому коллагену, на котором держатся уже молекулы коллагена первого типа. Наши, как раз-таки вот этот ингредиент, протинол, он помогает создавать вот эти кирпичики, из которых белковые вот эти кирпичики коллагена, из которых состоит наша кожа. И поэтому он работает, он очень эффективно работает, потому что, ну, то есть любые другие аминокислоты, они, да, помогают в уходе за кожей, но они помогают в выработке только коллагена первого типа. А какой смысл, ну, то есть если у тебя, окей, хорошо, выработался коллаген первого типа, но ему не на что крепиться. Вот этой самой структуры, куда вот этот вот, куда эта молекула воткнется, ее нет, и ей не за что зацепиться. И вот такой прорыв на самом деле сделала компания Avon, выпустила вот эти чудесные ампулы. Я думаю, и Алексей заметил, как это действительно работает на лице. Ну, то есть мы действительно не врём. То есть 7 дней,
7 дней применения равны 7 годам жизни. То есть вы минусуете себе 7 лет последних жизни. Ну, то есть возвращается вот эта упругость, молодость. И, ну, собственно, на самом деле это прорыв. И я считаю, что нужно уделить... Уже этому. Написали в ленту, что я уже как младенец. Что же будет дальше? Осталось еще 3 капсулы. Да, вот эта технология с протинолом. Ну и, соответственно, в этих ампулах находится вот этот вот бриллиантовый, золотой ингредиент, протинол, который как раз-таки помогает восстанавливать коллаген. Ген первого и, что самое важное, третьего типа. И наша кожа состоит на 80% из коллагена. Соответственно, если у нас будет больше коллагена, структура кожи, наша матрица кожи, она будет более упругая, тургор кожи более упругий, будут восстанавливаться объемы кожи. То есть, прям тоже хочу пощупать. Вот, и, ну, собственно, и мы получаем кожу как у младенцев. Я думаю, это мечта всех людей, и это здорово, что компания Avon вот такую нам возможность предоставила. Первая в мире. На самом деле это патент в мире, в 18 странах уже запатентована эта технология, я думаю, на конец года этих стран будет гораздо больше, да. И нам выпала такая честь там первыми, да, протестировать такой замечательный... Нам с Дианой. Да. Ну что, вот такой вот этот коллаген, самый важный структурный белок в нашей коже. И давайте его поддерживать, давайте будем помогать нашему коллагену регенерироваться, строить классную структуру кожи, молодую, и выглядеть всегда чудесно, и чтобы вот настроение у нас тоже было чудесное, потому что качество кожи — это залог нашей молодости. Ну вот, уж, наверное, мы перейдем к вопросам. Вот как раз вот один из таких вопросов у нас уже поступал. Альфия вот пишет. Да, я вижу этот хороший вопрос. Есть ли информация, сколько по времени будет действовать этот эффект? Конечно же, есть такая информация. Я сейчас объясню, как это работает. Это плюс-минус такая индивидуальная история. Дело в том, что регенерация белков у всех в организме происходит по-разному. Но в среднем эффект от коллагена стабильно держится, он пролонгируется месяц-полтора 100%, и далее уже все зависит от особенностей вашей кожи. То есть он все медленнее и медленнее, ну то есть его становится по составу все меньше и меньше в коже, и через какое-то время снова нужно пройти этот курс коллагена, чтобы снова дать как бы такой буфер вашей коже, в который будет этот протинол, который будет работать еще там месяца полтора, грубо говоря. Но я рекомендую раз в 2 месяца проходить вот этот 7-дневный курс, и вы просто не узнаете вашу кожу. Ну, мы не успеваем просто к нашим вопросам, они повторяются. Это вполне ожидаемый вопрос, потому что когда я начинал этот эксперимент, многие сомневались, как же все-таки на мне она скажется. Но вот я вам говорю, что и тем не менее, Мальфия, как все-таки вот имеет значение, кому использовать эту сыворотку? Вы знаете, это очень хороший вопрос. На самом деле нет, не имеет значения. Я вот заказала сейчас своему молодому человеку этот протинол, точнее, не молодому человеку своему. Ну, смотрите вперед. Да. Дело в том, что я сейчас объясню. Однозначно есть особенности в коже, в структуре кожи, но они настолько незначительны, что вот противостоять вот такого сильного ингредиента, как протинол, никакая кожа, ни мужская, ни женская, не может. Поэтому однозначно протинол можно использовать и мужчинам, и женщинам. Это, знаете, на самом деле очень много миллиардов лет назад, когда действительно мужчины от женщин очень сильно отличались, там мужчины на мамах лежали, женщины там у костра сидели, грелись такие в тепле, неженки. Вот тогда, возможно, да, была бы какая-то разница между уходом для мужской и женской кожи. На самом деле сейчас
уже все давно не так, у нас мужские и женские профессии одинаковые. Ну, то есть мы настолько стали очень похожими, ну, то есть, что разницы между уходом за мужской и женской кожей, в принципе, никакой и нет. Поэтому я рекомендую использовать и мужчинам, и женщинам, если вы хотите сделать какой-то подарок там своему отцу, своему другу и так далее, вы смело можете покупать коллаген. И я думаю, для мужчин... Шикарный подарок будет. Да, это даже большее преимущество. Вы знаете, что мужчины зачастую очень ленятся делать какой-то уход дополнительный. Я вот не могу заставить своего молодого человека пользоваться трехступенчатой... Тонер, вот тебе нужен, понимаешь, тонер проводит питательные ингредиенты из кремов. Нет, нет, это слишком. Я вот крем мазнул, все, мне хватает. Я говорю, ну хоть научила кремом пользоваться мужчину, и на то спасибо, как говорится. Вот. Правильно заметила Диана, что благодаря нашему эксперименту, я тоже не знаю, использовал бы я ровно 7 дней эти капсулы, ампулы. Но благодаря этому эксперименту обязывает каждое утро встать, снять отчетное видео, вечером сегодня нанести следующую ампулу. А давайте следующий вопрос. У нас сегодня время очень ограничено, но если вам понравится, пишите ваши отзывы, мы постараемся сделать еще эфир. Да, да. Вот мне... Эфиры, мы собрали, собрали такие очень важные вопросы. Вот еще был вопрос, по-моему, на YouTube-канале. Задавали, если у вас осталось, если у меня осталось, ну, осталось... средства в этой ампуле, могу ли я ее использовать на следующий день? Да, смотрите, это очень-очень-очень хороший вопрос. Спасибо, Алексей, большое. Тут какая история? Ампулы рассчитаны ровно на 7 дней, и количество средств в ампулах рассчитано, соответственно, ровно на одно применение. Компания подрасчитала заранее, что вы используете ампулу не только на лицо, но и на шею, и на зону вашего декольте. Декольте вы... На руки домазываю, если у меня остается... То есть ваше лицо на самом деле не вот отсюда до сюда, ваше лицо вот отсюда и вот до сюда всегда. Поэтому я, пожалуйста, очень прошу всех, когда вы делаете какой-то уход для лица, там, наносите крем и так далее, всегда уделяйте время зоне декольте и зоне шеи, потому что именно вот эти зоны, там, кольца Венеры и так далее, они в первую очередь выдают ваш возраст. И одной ампулы хватает ровно на, ну, то есть стандартное количество ампул хватает ровно вот отсюда, вот до сюда. Так что это не точно. Ампулу, да. И на одно применение нельзя оставлять. Да, оставлять не рекомендую, потому что продукт герметичный в ампуле при соприкосновении с воздухом он окисляется и теряет свои свойства, поэтому как только распаковали ампулу, сразу нанесли вот прям вот до сюда и радуемся. Вот. Можно, извини, Алексей, я добавлю одну ремарочку, мне очень хотелось. Ампулы состоят из полимера. Ампулы состоят из полимера. Те, кто переживают, что они могут порезаться, открывая ампулу или что-то в этом роде, ничего такого. Ампула пластиковая, вы одним легким движением можете открыть ее и наслаждаться процессом. Но у меня был... Лабораторным процессом, я бы даже сказала. Не знаю, я, наверное, сегодня выйду в прямой эфир вечером, и именно в прямом эфире покажу, как она открывается, и в прямом эфире нанесу. Еще один интересный вопрос. Можно ли наносить сыворотку на зону вокруг глаз? Вот, отличный вопрос. Я обожаю вас, серьезно. Ваши вот вопросы, это вот просто супер, ребят. Пожалуйста, пишите, будьте активными, пишите. Мы всегда рады ответить на все ваши вопросы и развеять какие-то мифы. Ампулу можно наносить в зону вокруг глаз, потому что, конечно же, нам нужен коллаген не только вот в этой области, но также и в области вокруг глаз. Но тут одна ремарочка. Пожалуйста, не заходите на слизистую. То есть постарайтесь на зону вокруг глаз вот сюда. То есть не нужно попадать в глаз, то есть не попадайте на слизистую, у вас может быть раздражение от этого. То есть мы всегда, да, там миллиметр-два от самого глазного яблока, от контура глаза, отходим и наносим сыворотку любые. И это касается кремы под глаза, также мы используем. То есть мы не заходим слишком близко. То есть, ну, то есть если вы не хотите, чтобы у вас пекло глаза и так далее, мы все равно, это крем для зоны вокруг глаз, а не для зоны глаза. Поэтому всегда обращайте на это внимание, то есть очень аккуратно в этом вопросе наносите, пожалуйста.
Еще один вопрос тоже считаю. У меня даже у самого он возникал. А можно ли использовать, ну вот у меня, допустим, есть наша тоже уже полюбившаяся всем сыворотка, можно ли использовать эту сыворотку с какими-то дневными, ночными кремами и с какими-то другими сыворотками? Да, когда мы... Там, по-моему, есть ограничения по сывороткам. Есть, есть. Смотрите, вы не можете использовать витамин С с ретинолом, потому что эти оба ингредиента, они активные, и они могут, да, сделать, ну, то есть, короче говоря, и тот ингредиент витамин С очень активный, и ретинол очень активный. И тут я не рекомендую миксовать их между собой. Мы один день наносим, например, ретинол, второй день наносим витамин С. И обязательно, я прошу, с любыми кислотами мы используем SPF зимой, летом, неважно. Минимум 40, если вы регулярно пользуетесь витамином С, либо любыми другими кислотами, такими как ретинол, например, вы можете получить пигментные пятна. Это не шутка. Я вот не знаю, сейчас видно или нет. Вот здесь вот я до сих пор не вывела еще пигментное пятно. Это я отлично вылечила свою кожу от акне кислотами. Просто супер. Ретинолом лечится акне. Ну, то есть те, кто гуглил, наверное, гуглил, уже знают. Но я совершила роковую ошибку. Я подумала, что, ну, SPF это не так уж и важно, вот главное, что я пользуюсь ретинолом и как бы свою кожу лечу. На самом деле, вот, я тут же словила пигментное пятно себе вот здесь, так что, пожалуйста, учитесь не на своих, а на моих ошибках. Обязательно витамин С, обязательно SPF. Ретинол, обязательно SPF. Любые вот такие кислоты, либо активные ингредиенты, они обязывают вас использовать защиту от солнца. Ну, наверное, тут у нас уже в начале Аля уже сказала, что с какого возраста можно использовать? Да. Вкратце, вот 5 лет вам перевалило, 6 лет вам исполнилось, можете использовать протинол. На самом деле, я уже рассказывала подробно, как он работает и насколько это индивидуально. Я рекомендую в среднем, ну, то есть мы писали в фокусе, что это 23+, то есть можно уже спокойно его использовать, там в зависимости от вашей, от ваших нужд. То есть если вы один курс протинола прошли 7 дней и чувствуете, что у вас все еще там через месяц, через 2, через 3 все еще классно себя чувствует и выглядит кожа, вы можете как бы сделать паузу и не использовать его до тех пор, пока не почувствуете, что снова у вас есть потребность в нем. То есть это все очень индивидуально. Мои рекомендации ориентировочно делать 2 месяца перерыва между курсами. Это вот, ну, такой для среднего возраста, как у меня, например, 30 лет. А дальше смотрите сами уже по вашим нуждам. Ну, в принципе, последний вопрос, он касается, вот у нас уже многие клиенты, представители видели каталог, то, что у нас в четвертом каталоге будет возможность попробовать. У нас выходит пробничек ампулы, поэтому заказывайте. И вот был такой вопрос, а пробник будет такого же объема, как ампула, или там намного меньше? Да, пробник ровно такого же объема, как ампула, на одно применение, так что вы можете так еще нехило сэкономить. Да, ты взяв себе пробник. А я, кстати, посчитал. Получается, очень выгодно заказать пробники вместо самой упаковки. Ну, здорово. Тогда обязательно заказывайте пробники, пробуйте. И я больше чем уверена на самом деле, что вам... У меня сегодня укладка, конечно, потрясающая. Я больше чем уверена, что вам понравится, и вы возьмете полноразмерный себе курс, полноразмерный. То есть он и так пробник полноразмерный, и вы возьмете себе сам непосредственно 7-дневный курс, потому что, ну, это на самом деле новый уровень. Мы сейчас в офисе, у нас очень большой ажиотаж по поводу этого продукта, и, ну, на самом деле все-таки... Заслуживает это уважение, что компания Avon впервые просто в мире запатентовала вот такую новую аминокислоту. И я считаю, что лаборатория у Avon классная, и они работают и не отдыхают, разрабатывают для нас, для нашей красоты классные вот такие продукты. И грех ими просто не пользоваться на самом деле. Будем подводить итог. Есть еще вопросы, но они не по теме, поэтому у нас очень сжатый эфир. Поэтому давайте, если вам понравилось, пишите ваши отзывы.
Сегодня у нас прямой эфир, касающийся ухода за лицом, а в частности мы разговариваем про нашу новую новинку ампулы «Инновация». Но если у вас какие-то наболевшие вопросы, мы переписывались с Алексеем, и, кажется, был вопрос про пакеты. Пакеты простые у нас есть на сайте. Да, смотрите баннер, заходите на сайт, и вы их... Я пользуюсь случаем. От себя лично вопрос. Правильно ли я использую ампулу? То есть перед применением ампулы, ну, меня, наверное, подписчики поймут, я за собой как бы это, и вот правильно ли я использую? Можно ли в таком сочетании использовать средство? То есть у меня идет освежающий скраб, тоник после скраба, ну и потом я наношу саму ампулу. Абсолютно верно. Тут такая история, я забыла это упомянуть, спасибо большое за этот вопрос. Мы всегда используем, вот ампула инновация наша, вот эта новая, это по сути серум, это сыворотка для лица. Сыворотки для лица у нас есть четкое время, когда четкий график, когда мы их... втыкаем в свой уход. Сыворотка всегда наносится перед увлажняющим кремом, перед вашим ночным или дневным кремом, неважно, и после тоника или тонера, если вы пользуетесь тоником или тонер. Мы отдельно потом как-нибудь тоже поговорим, в чем отличие между тонером и тоником, кому будет интересно. То есть, Алексей, вы делаете абсолютно правильно. Сначала на чистое лицо, ну, то есть, естественно, мы умываемся хорошенько, потом после умывания чаще всего у нас как бы такая сухая кожа, и нам нужно очень быстро восстановить этот гидролипидный баланс кожи. Для этого мы используем тоник и тонер. Как только мы нанесли, то есть мы создали, он жидкий, и чем более жидкое средство, она тем более глубже в кожу проникает. Мы как бы таким образом создали вот эти канальчики в коже, в которые уже дальше хорошо проникает глубоко крем либо сыворотка, чтобы хорошо и правильно сработать. То есть после тоника как раз-таки идет вот эта ампула инновация наша, у нее уже есть тоник, уже проложил как бы дорогу ей вглубь кожи, и она уже следом за ним попадает туда, куда нужно, и сверху мы все это дело закрываем кремчиком. Крем служит таким барьером, чтобы вот наша сыворотка не уже осталась вот в этих глубоких слоях кожи, поэтому всегда сыворотку мы закрываем кремом, неважно, дневным, ночным. Вы эту сыворотку протянул, можете использовать как днем, так и ночью, она прекрасно работает. Я больше люблю на ночь наносить, но всем по-разному комфортнее, поэтому, как говорится, тут уже дело за вами. Ну, Альфия, я знаю, что тебе надо писать. Работа идет, не стоит на месте. Спасибо большое за такой марафон, что присоединилась к нам, рассказала более подробно, ответила на самые важные вопросы. Супер, супер. Спасибо огромное за внимание. Я хочу сказать, что с этого года мы решили регулярно проводить прямые эфиры на нашем официальном аккаунте в Instagram Avon Kazakhstan. Каждый раз мы готовим для вас интересные темы. Я не знаю, возможно, кто-то слушал, недавно был 13 февраля эфир про романтический макияж. Мы с вами в прямом эфире делали макияж 14 февраля. Дальше мы... если после сыворотки не наносить крем. Вы знаете, это не слишком критично, но... Я не наношу. Возможно, это вызовет просто небольшой дискомфорт у вас, потому что, как вы знаете, все любые сыворотки, там неважно, сыворотка с витамином С, сыворотка с лауроном, либо вот эта ампульная сыворотка, сыворотки имеют такое свойство, они немного липкие всегда, потому что у них в составе часто ниацинамид есть и многие другие полезные ингредиенты, которые... чуть-чуть липкие, поэтому закрывая сверху сыворотку кремом, вы таким образом не только подушке прилипаю, но и не прилипаете к подушке и так далее. Ну, то есть это как комфортно вам. Но я в любом случае я всегда рекомендую, я за многоступенчатую систему ухода за кожей, и я рекомендую всегда закрывать кремом. Альфия, есть ли еще что-то добавить? Присоединяйтесь, заходите на наш... Avon Kazakhstan, я обязательно напишу ссылочку на наш официальный канал компании.
Да, мы будем регулярно, раз в неделю точно, может быть, и два, проводить прямые эфиры на разные интересные темы по поводу ухода за кожей, какие-то макияжные будут прямые эфиры. Так что обязательно смотрите Алексея, смотрите наш официальный аккаунт и будьте всегда в курсе всех новинок и всех классных предложений компании. Алексей, спасибо большое. Надеюсь, мы еще с вами увидимся, сделаем еще какие-то встречи. Еще раз спасибо всем, дорогие подписчики, кто присоединился к нашему прямому эфиру. Нам очень важно. Пишите ваши комментарии, ваши отзывы. Надеюсь, всем всего доброго, отличного дня. Кто раскрыли эту тему протинола, пишите ваши вопросы, мы обязательно будем на них отвечать. Всем хорошего дня. Спасибо. Пока-пока.